Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем, да. Да, ты уже прочитал название. Именно в эту игру. Octodad или Осьминог Батя. Ну что ж, давай сразу же и начнем. Не буду глагольствовать. Воу, как сразу-то и быстро так. Под венец. Я на такое не подписывался. Я только в игру зашел. Что такое? Муженек не пришел. Он просто опаздывает, он всегда опаздывает. Но что же могло его задержать? Уважаемый жених, свадьба начинается, вы готовы? Вы даже не одеты. Приведи себя в порядок, она вас ждет. Капец, мужик офигел из-за того, что я не одет. Я думал, он офигел то, что увидел осьминога. Да, легко сказать, приведи себя в порядок, когда у тебя вместо рук щупальцы. Очистить стол, перемещайте мышь. Ага, вот я перемещаю, да. Фу, господи, как это все болтает, божечки. Ладно, значит, вот так вот. Вжух. На-на-на-на-на. Да, вспомнили, да, рекламу все? Вот так, вжух. Все, у меня все, огонь, все в порядке. Так, вот это надо. Вот так, да. Значит, что теперь? Уберите подушки. А зачем подушки убирать? Может, я сесть хочу? Хватаем. Так, отодрали подушечку. И выкидываем ее нафиг туда, куда-нибудь. Вот так, да. Да что ж такое, прилипло к присоскам. О, здорово. И его ключик. Ничего себе. Интересно, от чего это он тут валяется? Так, как мне потянуть руку? Руку подтянуть. Сейчас куда-то вниз она тянется. Во, наверх, во, отлично. О, подожди, на зеркальце были замки. А, все, значит, открываем замки эти. Вроде открыл. Так, что дальше? Потянуть надо за ручку. Сейчас подниму щупальцу. Присоска. Кажется, я слишком как это сказать, прихорошился, да? Зеркало аж на... О, подожди, у меня зеркало в руках осталось. Как его выкинуть только? Чуваки, кому зеркало надо? Так, фиг с ним, короче. Значит, что? Покинуть комнату надо, да? Ну, поехали. А, сейчас переключусь в режим ног. Так, ноги есть. Зажимаем мышку. Ой! Я не знал, что я умею делать шпагат. Ну, хотя, чего удивляться, я же осьминог. Ладно, отпускаем ногу. Что-то я не сделал шаг. Так, другая нога. А если я обе подниму? А, ну понятно, я падаю. Как алкаш какой-то, слушай. Вот так, да, нет, в ту сторону, да. Идем, пошли потихонечку. Ты только присосками ничего не зацепи. Аккуратненько. Оу. Это называется солнышко на одной ноге. Так, вот, идем. Хорошо, я почти дополз. Есть, дорогая, я иду, я бегу. О, кстати, галстук висит, слушай, мне походу надо будет еще галстук одеть, как это так? У меня и смокинга еще нет, свадьба же все-таки. Все, выхожу, надо руку взять. Эть, галстук, есть! Угу, галстук я надел, нет, я просто его собрал и положил в карман. О, слушай, я могу подобрать, давай, тянись, есть! Я подобрал какой-то цветочек. Может быть, я жене задарю в счет того, что я опаздываю. Так, выброси это. Вот, да, правильно. Не урчи на меня, осьминогушка. Давай, поднимай руку, открывай дверцу. Эть, а куда тяну? О, я думал, там коридор, а там какой-то зал. Ладно, пошли туда. Так, левой. Вот так, в правой. Так. О, это ж наш тортик, какой он красивый. Пойдем-ка посмотрим на торт. Ой, господи. Так, аккуратно, да то, осьминог, как это же сложно, зачем ты вообще вышел на сушу, тебе надо было в воде остаться, ты все расфигарил. Где же теперь будут наши гости сидеть? Так, мне не нравится, что на этом столе, вот эта вся трепуха, да, надо это все убрать. Как это сделать? Давай табуретом, вот, все, чистый стол, отлично. Понаставили тут всякой требухи. О, смотри, там красная кнопка, обожаю красные кнопки. Сейчас доползем только туда. Да что ж такое-то, как это сложно. Давай, слизь. Не перди, ползи. Не надо пердеть. Ты слышишь, как он пердит, когда его липучки отрываются от пола? Это просто жесть. Прикинь, на торте-то даже я нарисован.
Так, пойдем-ка поближе подойдем. Какой замечательный торт. А я могу съесть кусочек? Дайте-ка я попробую маленький кусочек оторву. Нет, не весь торт, маленький кусочек. О, смотри, а там галстук есть. Огонь, я нашел второй галстук. Эх, ладно, хотя бы тогда надо... Надо все это собрать обратно, иначе жена меня не простит. Меня убьют. Меня просто убьют. Так, значит, тортик, иди сюда. Ты поднимись ты повыше, вот. О, я как баскетболист могу крутить торт на одном пальце. На одном щупальце. И сейчас я это поставлю, правда, дело. И не прошло полгода, я его не поставил. Вот, огонь. Еле. Теперь сверху надо поставить нас с женой. Ну, ничего страшного, если мы будем лежать, да? Мы не будем стоять, мы будем лежать. Типа у нас уже брачная ночь, да? Ну все, ну, замечательно. Пошли отсюда. Мне нужно найти фраг. Срочно фраг надо найти. Где он только может быть? Это вопрос очень важный. Как же без фрака выходить на свадьбу? Так. Я думаю, что я тут все точно окончательно разнесу. Думаю, что тут должен быть фраг. Вот, открываем. Точно, вон он фраг, я его вижу. Нога, вперед. Вот, есть, мы зашли. Давай, отпускай присоску свою. Так, одевай фраг. Фраг. Какой же я красивый, а? Ты посмотри. О, там еще ключ есть, надо его взять. Есть ключ. Все, пошагали отсюда. Левой. Или это правая? Да, фиг с ним. Левой, эти правой. Ползу, лезу. Как меня растягивает. Слушай, я себя ощущаю каким-то супергероем. Эластико. Осьминога эластика. Че, все, валим отсюда, да? Есть, тихонечко ползем. Давай ключик вставляем. Это так. Есть. Сейчас, жена. Подожди, я выхожу. Все, я ползу. Кажется, моя щупальца хотела залезть на стену. Чуваки, я почти... О, там бананы, смотри, банан... А, это мне преграду кто-то намутил, да? Все ясно с вами. Сейчас я сделаю вот так вот. Иди сюда, блин. Не то взял. Да господи, почему я все время не то беру? Я хотел вазу взять. Вот, и сейчас мы ее как кинем. Проверим на ловушке. Нет ли там натяжных всяких ловушек. Вот так, чисто. Еще картину сдерем, нафиг тут все это, господи, все мешается, все липнет к моим рукам. Вот как вообще можно жить в таком помещении, когда куча всего? А, прикинь, мне надо найти еще бабочку. А где бабочка? Бабочка, найдите галстук бабочку. Можно я просто сбегу отсюда? Да, там закрыто. Так, надо вернуться, слушай, я же не нашел еще бабочку. О, как меня растягивает. Нога, залази сюда, да, наконец-то, я почти попал, я почти зашел, вот здорово. Где здесь есть у нас... Подожди, я вот эту кнопку так и до сих пор не нажал, давай ее нажмем, посмотрим, что будет. Сейчас. Вот так. Оу! Кажется, зря я это сделал. Это уже шоу началось, это представление, это все после свадьбы должно было. Так, подожди, надо отключить срочно. Шарики, правда, упали, ну да ладно. Новые... Ой, нога, да хватит, что ты делаешь? Прекрати. Так, лезем, вот, о, бананы, надо взять один. Как его съесть? Закинь его себе в рот. Нет, я только могу себе по лицу побить этим бананом. Это не круто. Все, валим. Где этот долбанный галстук? Вот, пошли обратно. Кстати, говорят, что по столам очень неприлично ходить. Но у меня же не ноги. И я не хожу, я ползаю. И так что мне можно? Я выхожу. Вот так беру и выхожу. А, отлично. Все, поползли, полезли. Так, меня здесь дует? Нет, давай-ка попробуем продуть свою шевелюру роскошную. О, как меня надувает, смотри. Да я прям Майкл Джексон. Ладно, все, хорош балдеть, пошли. Смотри-ка, бананчиков здесь накидали. Оу! Я не думал, что я на нем реально поскользнусь. Ладно, значит, аккуратненько обходим. Здесь минное поле. Эт, щупальца моя. А может, я просто смогу ее вот так взять и выкинуть отсюда? Вот и все. Проблем-то. Эге. Книжечка какая-то. Давай возьмем, посмотрим, что это за книжечка. Не могу прочитать. Прочитай книжку, что там написано. Господи, я сейчас все разнесу. Оу, как меня закрутило. Все, фиг с ней, с этой книжкой. Все, пошли отсюда. Бананы выкидываем.
Так, какая замечательная картина слева. Слушай, такое ощущение, как будто я ее нарисовал в лет 5. Все, пошли. Ну, это называется современное искусство. Лезем, ползем. Где мой галстук? Галстук. Галстук-бабочка, как говорится. Но это же по большому счету только бабочка. Полезли за моим галстук-бабочкой. Лезем. Сколько подарков-то? Господи, уберите эти подсказки. Я уже давно все сообразил. Вот так берем, мим, закручиваем вокруг себя. Нет, что-то не получается. Ну, в общем, как-то так. Вот, ладно, пошли. Снимем нашу бабочку. Залазим. Ох, как это сложно. Я почти дошел. Какой же я рукожоп. Оранжевый рукожоп. Слезливый. Ай. Так, бабочка, иди ко мне. Вот так. Я тебя возьму сейчас. Все, я взял. Наденьте галстук бабочку. Как это сделать вообще? Сейчас надо развернуться, подожди. Поднять. Есть! Есть! Не так-то и сложно было. Слушай, а может мне просто в окно сбежать? Нет, я же мужчина. Хотя какой я мужчина? Я осьминог, блин. Я даже не человек. Ой, да. По этому счету надо попсиховать. Разнеси здесь все. Просто ты осьминог. У тебя вместо рук щупальцы. Просто психуем. Мы негодуем. Не получается, да что ж такое-то. Все, пошли отсюда, короче, нифига не фартит. Все ужасно, все плохо. Ой. О, зеркало, надо посмотреть, какой я красивый. Ну, вроде ничего, пойдет. Развернись, чучело. Я не могу развернуться. Почему здесь как в замке какие-то ворота? Мне это еще и открыть надо. Ну что ж, давай попробуем. Я не знаю, хватит ли у меня моих мышечных, бескостных щупалец, чтобы открыть эту фигню. Поднимай. Давай. О. Есть. Че, мне ползти надо, что ли? Через... Давай попробуем проползти. Одна щупальца там. Уже там. Другая. Есть, я прополз, ты прикинь. Ну, конечно же, я же без костей. Жена, ты ждешь меня? Я почти дошел. Я здесь. Я захожу. Сколько подарков. Боже, зачем здесь на проходе подарки? Кто же организовал нашу свадьбу? Уволить его. Цилиндр, я беру тебя. Да господи, нет, так фигня, это не цилиндр. Назад надо вернуться. Цилиндр. Есть. Одеваем его. Хо-хо-хо. Здорово. Все, выхожу. Орган уже играет. Жена, я здесь. Добро пожаловать. Люди смотрят на вас. Если вы устроите беспорядок, то вы вызовете подозрения. Слишком много подозрений, и вас разоблачат. Разоблачат в чем? Что я осьминог, что ли? Успешно дойдите до алтаря. Все, я иду. Я не выпивший. Я трезвый. Блин, почему нога не идет? Нога не идет. Я буду идти только одной правой. Ой, одной левой. Да иди вперед. Фу, ты посмотри, что они здесь наставили. Нет. Фух, чуть не уронил. Это сложно. Я не смогу здесь пройти. Подожди, а если я пойду вот тут вот? Можно я здесь пройду? Я обойду просто. Давай, перелази. Вот так. Я нашел обходной путь. Нафига идти к алтарю? Господи, там еще рыба какая-то прыгает. Ты посмотри, здесь рыба есть? Очуметь, давай-ка ее соберем, сожрем. Перед свадьбой поедим, наполним наш желудок. Так, рыбеха, иди сюда ко мне. Я ее не могу съесть. Ай, пошла вон. Потом с тобой разберусь. Я иду к алтарю. Вот так. Я ничего не снес. Я красавчик. Смотрите на меня. Я настоящий джентльмен. Дорогой, а где твой шафер? Тебе придется идти самому за кольцом. Да чтоб еще и кольцо искать. А вон, погоди, там сундук. Пошли. Сейчас я его найду. Он там по-любому. Залазим в сундук. Вот так. И давай искать. Господи, вот вижу его. Есть. Я нашел, дорогая, я нашел кольцо. Все, вот. Так, отдайте кольцо своей супруге. Сейчас я вылезу отсюда. В принципе, мне здесь нравится, можно я здесь останусь? Здесь только брюликов, и все так липнет ко мне. Так, где кольцо? Кажется, я его куда-то выкинул. Колечечко, ты где? Где? А, вон оно, опять туда залетело. Магия какая-то так. Это... Ну, вон оно, кольцо, оно есть. Дорогая, я иду. Вот так. Левой, правой. Дорогая. Ты такой красивый.
Чё ты руку вытянул? Ты хочешь, чтобы я пощекотал ее своими щупальцами? Ну давай, вот, держи. Не получается. Это сложно. Я сейчас одену... Блин, это кольцо больше, чем твоя рука. Мне кажется, что это на голову тебе надо одевать. Ладно. Входит, выходит и... Вот так вот. Ты видал, какой он здоровый, он его на запястье одел. Чё, всё? Романтик, все дела? Чмоки-шмоки. Какие у меня замечательные усы. Бля, она поцеловала осьминога. Как-то противно. Чё-чё-чё, куда я падаю? Я падаю? Я куда-то падаю, я могу ходить? Да, я могу. Оу, как меня штормит, ты посмотри. Как меня растягивает. Еее. Ой, кажется, я что-то сломал. Арт-директор разнес. Так, это что такое? Техник, давай, букву. Блин, эти буковки не получалось сломать. Еее, брейкданс. Вот так ломай, все круши. По-другому жить осьминоги не умеет. Жалко, я еще чернила пускать не умею. Еее, смотри, как меня раскрутило. Давай, все. Блин, ничего не снес. Чуваки, я почти приземлился. Ух ты, дед. Дельфин скетч. Или что там? Я в море упал, наконец-то я дома.